было сложно. Thank you.
сгорело, все, уже. Оно у тебя уже вот на краю было. Зажимаешь сцепление, все равно едет. А я тебе говорил. У тебя нет сцепления. Рекорд, где вы будете самым первым.
Я вот, вот, вот. Да. Он сел на А вы все будете смотреть? Левее или правее пойдешь? Правее пойду. Фу. Ну давай, удачи. Собрался? Сюда заезжать, я вообще не знаю.
Нормально. Добрались до дома благополучно, никто не сломался, кто-то. Но это было тяжело. Да, ни техника, ни сами не переломались, мы устали. 70 километров. 70 километров гор, грязи и страданий. По мотоциклам, я думаю, все видно. В принципе, да. Надо будет обязательно повторить. Ждем следующего приезда Роман Кулатова, да? Можно и не ждать. Не, в принципе, вот сам Рома. Он этот, мне понравился, я не знаю, он вообще терминатор. Ну да. Он вытаскивал почти каждого. Я вообще офигел, сколько он в грязи стоит и поднимает каждого. Это вообще он... Я думаю, что он это очень много занимает. Ну видно, что да, человек. Не как я первый раз приехал посмотреть человека. Thank you.